Ассистент, лепери. Через трубочку. Давай. А это новый Range Rover. А Имбарта продолжает работать. Range Rover. Глубина как раз вот самая тонкая. Сейчас посмотрим. Чего не боитесь, это система дальнего заброса. Давай фарватерную возьми. Вот о чем мы речь. Серьезно. А ну что такое? Зачем тихо? Это не десерт. А это мы испытываем Range Rover. Ловит. Ну вот кил 6, наверное. Шучка. Вот хочу на скальд, на твич, на Range Rover взять зачетную хорошую щуку, хотя бы кил на 8. В этом и будет весь авантюризм данного мероприятия. Вот он и мерчик-то отработал. Я же говорю, что вальну на МР и на легкий скальд до 28 грамм. И раньше МР ловит. Кирюх, ну что, давай. И раньше МР. Да. Работал. Работал. Это десятка, это твоя десятка. Слушай, ну это не шестерка, не семь. Отличный день, отличная рыбалка. Кирюха, ну ты рад рыбе-то, ё-моё. Да, смотри, давай, что давай ты поймал. Давай. А это новый Range Rover. Ловит за раз. Вот как раз глубина в районе трешечки. Или рейнджик идет аккуратно над самым дном. Это во мне это как его? Не харюсы теребить. 10 600.
А что, ты на реренж? Вот оно. Ребята, это не дикс. Вот. Не, ребята, это машина, Сань. Ты что, да? Да. Это нормальная мамана. Палку, Саня, палку, палку, палку. Хорошо. Да, да, да. Сколько? Ну, я думаю, это килограммов 18, а может быть и 20. А это новый реренч. Ловит, зараза.